Вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Здравствуйте! Я Валерия Черепанова, расскажу о погоде в субботу, 5 ноября. Как сообщает гидрометеоцентр, на севере пасмурно. Днем температура воздуха поднимется до минус 5 градусов, ночью минус 11. Порывы ветра до 2 метров в секунду. На юге Бурятии переменная облачность. Днем плюс 3, ночью минус 6. Как и на севере, порывы ветра до 2 метров в секунду. В столице республики переменная облачность и легкие порывы ветра до 3 метров в секунду. Днем плюс 2, а ночью минус 6. Это был прогноз погоды на АТВ и я, Валерия Черепанова. До новых встреч!